Консультативное заключение по МРТ пациента, выполненного 03.04.2019 года. На представленной серии МРТ-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности. Очаговых изменений не выявлено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Лейкомаляции не выявлено. Срединные структуры не смещены. Перивоскулярное ликварное пространство немного расширено. Субарахноидальное ликварное пространство по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седла уплощена, структура обычная. Патология мостоможечковых углов не выявлена. В области Воролиева моста справа участок низкого сигнала, вероятно, венозная ангиома. Патология орбит не определяется. Хиазмально-силярная область и структура задней черепной ямки без МР признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В зоне эпифиза образований не найдено. Структура коры не изменена. Гиппокампальные структуры симметричны. Проекция моста мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметрично, не утолщены. При МР ангиографии головного мозга отмечается неразвитость обеих ДСОА, вариант нормы, гипоплазия левого поперечного сагитального синуса, ретенционная киста по нижней стенке правой верхней челюстной пазухи. Заключение. Гипоплазия левого поперечного сагитального синуса, венозная ангиома ствола.